именно через посещение Liberty Park и отписание после вчерашней поездки. Hang on a minute, please, I'll come. And everything under the sun. And everything under the sun. Вспоминая босоногое детство, Ирина шагает по траве. Выходного дня, да, котейки? Да, сейчас будем вкушать мороженого. Сладеньких всяких ништяков. Как кино, и надо вот отметить, самое главное, это какое расстояние между ног. Между ног. Вот такое. Вот между кресел, смотрите, дорогие друзья. Вот так можно. Сейчас Ирина Тимофеевна продемонстрирует все преимущества для беременных. Пожалуйста. Опаньки. И это все, дорогие друзья, по тем же ценам, а даже немного дешевле, чем у нас. Так что приближаемся к самому знаменательному событию. Вассач в честь гор около Юты и около Солт-Лейк-Сити. Вот сейчас зайдем в него. Котик меня привел. Да, чтобы спить пивка. Да, сам сейчас надерется. А тут виды дивные, все разливает. Молочные коктейли, что может быть лучше для беременной женщины. Ничего, потом компенсирует, когда я буду молоком кормить. И здесь не обошлось без вот этой фигни. Ну, ё-моё. Ирина Тимофеевна уже get used to it. Нельзя не пожаловаться на юдовские законы, не более двух напитков в одни руки. Вот они. Следующие кремушки. Пока эти не выпьете, ничего не получится. Да, так это для нее. Женя, банкеты в виде fish and chips. Ирочка пьет молочный коктейль. Ну что еще пить в паре больше? Я только что выпил японского пива с перцем. И продолжаем заниматься полигамией. А вот здесь все и происходит. Варится пивко. Разливается по бочкам в зависимости от сорта. Подкладывается мель. Разные штуки. А потом все вот здесь вот вы можете найти, соответственно, ласку, банку. Вот такой таре вот предлагается испить напиток. Похоже немного на баночку с анализами, но концепцию нахожу уникальной части.